суть конфликта, которая возникла между двумя автоводителями? Суть конфликта заключалась в том, что водитель частной фирмы, увидев конкурента, попросил его удалиться с территории автопарковки, на что последний ответил отказом, в результате чего между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Отлично. Сейчас перебивки мы снимем. Интересно, думаю, везде камеры, все прям за ними смотрят.